Добрый день, наша незатейливая кухня. Сегодня мы с вами будем готовить овощи и фрукты. Рецепт очень простой. Как вы видите, два перца, кабачок, грибы, яблоко, груша и банан. Наливаем немножко масла авокадо, чтобы сложить туда овощи и фрукты. Я никогда не отрезаю хвостики. Сироп. Соль. Перец. Предварительно разогретую духовку 200 градусов накрываем фольгой и оставляем на 40 минут. Давайте посмотрим, что у нас получилось, да? Поднимаем с вами. Вот у нас такое произведение искусства. Желаю вам приятного аппетита. Это все очень вкусно и полезно. Жду вас на следующей неделе.